Калі Пакістан належаў Індыі, то мясцовыя мастакі вымушаны былі працаваць у індыйскіх палацах, таму свята незалежнасці імі вельмі шануецца. З сучасным мастацтвам гэтай краіны і з яго гісторыяй дазваляе пазнаёміцца выстава «Шлях Пакістана». Центральное место – это два главных наших зала, занимая творчество известного пакистанского художника Садык Вайна. Он признан как самими пакистанцами, так и многими мировыми искусствоведами. Поскольку человек абсолютно уникален и неповторим, он работает абсолютно в разных жанрах. Представлена и портретная живопись, и работы в технике сюрреализма, и импрессионизма. То есть настолько широкий диапазон, это и от каллиграфических миниатюр, и до монументальной живописи. Специально для выставы с Пакистана приехал мастак Мухаммад Икбалхан. Ён майстер по роспісі грузовиков, что з'являється давней пакистанской традицией. Разом со своим помощником яны навучають усіх ахвотных, як можна упрыгожить транспорт намаляванными кветками, раслинами, якія уплятаються у дивный пакистанский узор. В 1947 году появилось вот это искусство расписания грузовиков. Каким образом? Однажды один владелец грузовика пошел по улице и увидел, что кто-то расписывает свою повозку. Вот и подумал, что было бы неплохо расписать также свой грузовик. И это стало таким популярным трендом, и так зародилось это искусство. Выстава знаёміць не толькі з творамі жывапісу і каліграфіі. На ёй можна ўбачыць нацыянальны пакістанскі строй, творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і ўпрыгожанні, вышыты ракавінкамі чахол для падушкі, абутак, галаўны ўбор, вазы, талеркі і самыя разнастайныя начнікі і лямпы. Нават архітэктуры знайшлося месца ў залах галерэі. С особенностями пакистанской архитектуры можно будет познакомиться, глядя на полотна также известного художника Джимми Инженери. У него представлена коллажная живопись, которая сочетает в себе именно разные кусочки пакистанской архитектуры. Здымки пакистанского фотографа Хамида Хусейна позволяют отримать осолоду от краевидов и природы Пакистана. Завочно побывать в этой краине можно до 13 вересня.